Ну вот под ключ мы надеемся, что вот это вот понятие... Это слово не продажа, есть только слово монтаж. Непонятно, чем это. Да, вот мы работаем над этим. Спасибо, принято. Значит, смотрите, вот фотографии, они здесь будут меняться. Вот заголовок. То есть заголовок, закажите диагностику бесплатно, имя, телефон, комментарий, кнопка «Заказать диагностику». То есть вот то, что человек увидит сразу. То есть вот он офер, вот предложение, вот захват, вот фотография. А если комментарий вообще заполнять, я вижу, что по минимуму должно быть, да? То есть имя, телефон. А там есть такой звездочка, там поля, еще заполнять. Ну вот можно и так сделать, да. То есть как я сейчас покажу варианты, где мы используем немножко другой вариант. Но смотрите. Можно? По поводу женщины, это, наверное, еще зависит, какое предложение у вас? То есть у вас в основном, ну, то есть мужчины идем? Честно, нет. Вот. Нет? Вот статистика проверена, нет. В любой сфере женщина работает. Женщина, то есть смотрите. Женское белье – женщина, продажа промышленной техники – женщина. Стабильно. Проверяли. Ну, в общем, этому можно верить, этому можно не верить. Ну, как бы нам сейчас мы это говорим. Да, это сам я не проверял, но то, откуда я это узнал, ну, в принципе, верю пока. Поэтому вот взяли и разместили здесь. И смотрите, то есть общий подход сейчас к построению бизнеса какой? Мы говорим, ну, я говорю, свой опыт или некоторый. Возможно, это неправильно, но я сам сейчас так живу и действую. Возможно, я, пройдя по этому пути, увижу, что он не работает. Это будет мой опыт, понимание, ну и так далее. То есть нету правильного, сейчас нету правильного. Есть только ваш собственный как бы опыт. Ну, самое лучшее – это тот опыт, который вы сами получаете. И доверие к тому источнику, чей опыт вы хотите воспользоваться. Смотрите, дальше мы пишем 7 типовых проблем, с которыми реально сталкиваются люди. Мы их описали. А прикол в чем суть? Человек должен узнать себя. Если он видит и читает, и видит вот эту свою проблему, то он думает, да, вот у меня вот это, ну да, вот все, у меня вот это. 10 причин работать с нами. Вот совершенно как бы, с одной стороны, это реклама нас, но с другой стороны, это не мы не навязываемся. То есть, много слишком, знаете, даже 10 причин. Может быть и много. Может быть, будет много. Мне кажется, текста много. Может быть, много текста, согласен. Выделено основные. Суть вы уже уловили. Перечень выполненных объектов. Вот здесь мы просто перечисляем то, что было сделано. Ну и здесь вот акция, здесь вот добавится слово акция, успейте получить скидку. Здесь будет скидка уменьшаться в каждую секунду, то есть 20, 20 начинается, уменьшается до 10, через неделю снова 20, опять уменьшается до 10. Делайте лучше 4 знака после запятой и уменьшение, чтобы шло каждую секунду. Да. Услышал, принято. Это делали так в тренинге нашего сибирского, забыл название точно. Но, смотрите. Все тренинги не так делали. Я согласен, да. То есть как бы здесь это, почему это нужно, ну как работает вот эта штука. Эта штука помогает, если человек все посмотрел, думает, ну да, классно, завтра позвоню. Или ну завтра напишу. А тут он видит, то есть что-то помогающее ему принять решение прямо сейчас. Вот прям сейчас. То есть он тут что-то помогающее ему принять решение прямо сейчас. Вот и еще раз скажу, смотрите, здесь вот как бы все это выглядит, ага, мы сейчас ими манипулируем, там мы их заставляем. Но обратитесь сами к себе, к своему опыту. Была ли ситуация, когда вы находили что-то, оно вам нравилось, а вы почему-то не принимали решение? А потом принимали решение, брали это и были довольны, ну, от того, что ну все-таки я принял решение, и были довольны тем, что вы это брали. Ну, можно пойти другим ценностным путем. То есть, как бы вы делаете некоторое уникальное и сильное предложение, допустим, вчера вот общался с одним салоном красоты. Они сейчас раскручиваются и делают, ну, то есть салон класс, они делают скидку 10% до 1 декабря. Но это сильное предложение. Сильное предложение, ценник, классное. Понятное да. дело, что он ограничен по времени. То есть либо ты сейчас делаешь, пока да. раскручиваешь, либо приходи позже, ну, акцию не сделаешь. Это еще одна. Поэтому да. ты просто делаешь предложение временно где. То есть ты повышаешь его ценность. Ты просто говоришь, то, что я тебе предлагаю его сейчас, но это не будет бесконечно. Поэтому ограничение акций по времени. А, есть другая вещь. А, вот ВМ любил это показывать. Там есть такой сайт по лестницам. Мне очень интересно. А, бесплатный 3D-монтаж. Осталось 14 дней. 14 дней проходит, он снова 14 дней. И они так по цифру мотают. Вот это нечестно. То есть, как бы, если вы идете таким путем, это обман. Если вы делаете акцию, потом, когда кончается время акции, вы ее правду убираете и делаете другую акцию вместо нее, допустим, через 3-4 акции там и так далее, это будет честно.
Ну, да, я согласен с тобой. Здесь я скажу, как мы для себя решили. Мы просто решили всегда давать скидку 20%. Ну, то есть давать ее реально. Честно говоря, лучше работать с скидки, которые... В общем, чередуйте. Согласен, принято. То есть... Допустим, придумайте, по сути, два предложения, которые бы отличались друг от друга. Мы чередуем. Суть в том, что вы будете давать 20% скидку, но они называться хотя бы по-разному будут. Хорошо, я услышал, спасибо. Нет, правда. То есть, как бы... Сейчас покажу наш сайт переработанный, то есть мы вот начали перерабатывать. Вот это вот наш сайт ВКМС, это то, как сейчас работает. Он не одностраничный, он многостраничный. С одной стороны, как бы это есть плохо, но я скажу, почему вот здесь вот видеообращение, вот это наши бизнесы, сайт, это центральный сайт. Вот сейчас перейдем на центровые конструкции. И я покажу. То есть мы сделали предложения в виде лендинга одностраничных сайтов. Вот Байконур, у нас ТНТВ ангар. Почему многостраничный? Да, подразумевается, вот сейчас, и мы сейчас к этому перейдем. Клиент не нажимает всех этих кнопок совсем. Клиент попадает сразу на вот эту страничку, которую я открыл. Каким образом? Сейчас мы к этому перейдем, это как раз директ. Но смотрите, есть еще такая штука, как SEO, SEO-продвижение. Это место, которое занимает ваш сайт в поисковике Яндекса. Бесплатно. Мы занимаем первые места, наш сайт занимает первые места по нашим ключевым словам, и лендинги не занимают первые места по ключевым словам. То есть это нужно, это отдельная большая работа, которая длится 2-3 месяца, полгода. И мы сейчас перейдем к директу, я покажу, в чем это отличается. Поэтому в этом смысле я показываю многостраничный сайт. И снова. Многостраничный сайт, и которым страничка сделана в виде лендинга. Итак, большое фото. Тентер ангар от производителя, вот этот вот тот самый офер. Слева идет для любителей почитать, но и здесь текст помогает как раз нам поддерживать вот это вот наше SEO, первые места. И вот захват, ширина, длина, размер, место строительства, регион, комментарий, ваш телефон, почта и рассчитать стоимость. Мы здесь используем тентер ангар от производителя, узнайте стоимость вашего ангара. Вот сейчас все идет очень плотно, мы сейчас только сделали и все это рассматриваем. Вот по здесь у нас 600 кликов в месяц идет, и в среднем 50 обращений, то есть 50 обращений с сайта, 50 обращений суммарно, звонков плюс обращений, 50 обращений по этой тематике. Ниже мы показываем фото наших готовых изделий, продуктов, и снова повторяем захват. Все остальное, если вот дальше рассчитано на то, ну вот здесь еще вот есть возможность позвонить. Очень хочется вывалить все в этой жизни. Но я просто еще раз показал вот наш реальный сайт и как мы сами этим пользуемся. Телефон не 8800, мы на пути к этому. Но городской. Но городской, другой плюс. Да, рядышком, напротив. Ну что ж, закончили ли мы тему лендинг? Переходим ли мы к следующей, второй теме, это директ. Есть ли понимание? Директ. Или Яндекс.Директ. Чего это такое? Значит, смотрите, вот вы сделали свой лендинг. И он у вас есть в виде сайта. Теперь вопрос, как человек попадет к вам на вашу страничку? Вот как он, собственно говоря, попадет к вам? Ну, он набирает запросы в Яндексе, например, если попадает по тем запросам в ваш сайт, то они переключаются. Правильно. Все ли понимают то, что сейчас было сказано? Кто не знает, что такое директ? Ага. Хорошо. Значит, вот смотрите, мы сейчас в поисковике Яндекса. Все ли пользуются поисковиком Яндекса? Я думаю, просто.
Google или Яндекс. Но и там это примерно одинаково. В Яндексе это называется Яндекс Директ, в Google это называется AdWords. Но суть и у того, и у другого абсолютно одинаково. Мы сейчас рассмотрим на Яндексе. Все то же самое есть и в Google. Значит, смотрите, я заполняю поисковый запрос. Допустим, мне нужны центры ангары. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим следующее. Вот сверху, все, что у вас появляется сверху, вот видите, реклама. Это платно, это и есть директ. Если мы сейчас нажмем вот сюда, мы перейдем на страничку сайта вот этих тентовых ангаров, наших конкурентов, и с них снимется 30 рублей. За то, что я нажал. С кого? С конкурента, который называется «Тентовые ангары выгодно». Вот это вот, вот TentMax, сайт TentMax. Еще раз, как действует директ? Каждый раз нажимая сверху, то есть поисковый запрос, видите, да? Сверху три позиции всегда в директе сейчас, в Яндексе сейчас, они платные. Если вы нажимаете сюда, вы переходите на сайт, и вы платите за это от 10 рублей до 300 рублей за один клик. Ну, это компания на 60 клик, платит. То есть компания, которую вы размещаете. Соответственно, вот чем хорош SEO, обратите внимание, первая позиция среди бесплатных – это наш ангар. Вот арочные тентовые ангары АМСМК. Вот наш сайт. То есть есть способ бесплатный, вот я вам его показываю. Он долгий, большой, серьезный, дает вот такие результаты, дает результаты условно бесплатные. Конечно, мы много платим денег за там, ну, за много. Что-то определенным образом сделан сайт, определенным образом выведен, определенным образом продвижение, контекстные ссылки, сайты и так далее. Это не тема нашего сейчас как бы вопроса, я просто вам показывал. То есть вот это называется SEO, и вот здесь вот мы на первом месте. Значит, платно, директ. Вот здесь сверху, это понятно? И внизу это тоже, внизу, видите? Это тоже платный директ. Обратите внимание, здесь мы тоже присутствуем. Вот тентовые ангары, МСМК, это наш директ. А сверху дороже, снизу дешевле. Но мы здесь есть. Иногда люди нажимают, посмотрев донизу, нажимают там, иногда психологически нажимают сверху. Но то, как мы создаем поток заинтересованных клиентов, соответственно, нажимая, ну давайте снимем 30 рублей с нас. Вот мы попадаем, здесь мы попадаем на модельный ряд тентовых ангаров. Ну, здесь через два клика, вот мы сейчас пытаемся понять, нужно ли или может быть сразу делать напрямую. Если человек нажимает на то, что ему понравилось здесь, дальше он попадает, ну, в два клика попадает сюда. То есть количество наших вот этих вот обращений на сегодняшний день, ну я уже сказал, 50 в месяц с 600 кликов. То есть конверсия 10%. Директ. Возвращаемся обратно. Значит, как вы можете нагнать трафик на свой лендинг? Самый лучший, быстрый и наиболее точный — это с помощью настройки директа, вот настройки вот такой платной, вот такой платной, вот такого платного объявления. Если кто не знает, можно прямо в интернете научиться обращаться. Есть много курсов по обучающим директ. Бесплатные есть, то есть вы можете заходить и настраивать компанию себе сами. Что еще? Значит, как выглядит компания? Ну, давайте я вам покажу, как выглядит наша компания. Как настраивается директ? Вот вы заводите аккаунт в Яндексе. Вот мой аккаунт RDBMS, допустим, пример. И вот сейчас перейдем на мои компании. То есть я перехожу во внутренний аккаунт. Вот так выглядит директ. Вот это я зашел в свой аккаунт Яндекса. То есть, когда вы заводите почту на Яндексе, вы
получаете автоматически доступ к своему директу. Понятно? А, вот наши компании. Вот компания «Тентовые ангары», «Ангары», «Ангары горячие», «Ангары». «24 компании. Всего мы здесь используем порядка 700 ключевых слов. То есть, что важно в компании директа? В компании директа важно настроить ключевые слова. Что такое ключевые слова? Ключевые слова – это те слова, по которым ищут то, что люди хотят, ищут в интернете. Я набрал тентовые ангары, мог набрать каркас на тентовые ангары, мог набрать ангары быстровозводимые, я мог набрать кучу всевозможных разных слов, но суть одна. Для подбора ключевых слов используется такая штука, которая называется подбор слов. Она находится на WordStat Яндекс.ру. То есть если вы набираете в поисковике подбор слов Яндекс, вы автоматически сюда попадаете. Давайте это проверим. Значит, вот я нахожусь в Яндексе. Вот я набираю здесь подбор слов. Подбор слов. Подбор слов Яндекс. WordStat Яндекс.ру. Статистика ключевых слов. Я нажимаю сюда и попадаю вот на такую окошко. Вот на такое окошко. Теперь смотрите, ключевые слова, они также показывают, какой спрос на сегодняшний день на ваш бизнес. Чей бизнес возьмем? Давай, Крис. Людмила, ты человек продвинутый, давай кому-нибудь молодежь, давай дадим возможность молодежи. У кого что-нибудь? Цветы. Ваш бизнес. Напомни. Оформление предприятий. Оформление мероприятий цветами. Ну, там только вот праздничное оформление. Пишем. Допустим, какое самое вот какое самое точное слово про вас? Праздничное оформление? Оформление мероприятий. Подобрать. Оформление мероприятий. 2127 человек набирали это слово в Яндексе в течение последнего месяца. Можно потом смотреть, какие что-то выбирать слова. Да. Вот для всех это понятно. То есть, еще раз, вы выбираете ключевое слово, которое наиболее точно указывает на ваш бизнес, и набираете его вот здесь и проверяете. Фактически он косвенно указывает на спрос, который на сегодняшний день присутствует в интернете. Его таким образом можно пощупать. То есть 2127 человек набирали в Яндексе оформление мероприятий. Если бы у вас была настроена... Больше, если, например, это будет не мероприятие, а, например, оформление цветами. Оформление больше цветами. Нет. Проверяем. Там еще по всей России. Можно выбрать конкретно по Новосибирску. Уже да. Просто более конкретно идет, то есть, ну, чем более конкретнее выберете свою области, тем... Вот мы, я сейчас выбрать регионы. Те люди, которым нужно это, они, то есть вы не будете платить лишних денег. Вот мы сейчас конкретно выбрали только Новосибирскую область и запрашиваем оформление питания. Снова, да. 562 запроса. Смотрите, 562 человека за последний месяц реально набирали оформление цветами, заходили в интернет, искали. Нужно хотя бы 1500, чтобы было на вашем цвете. Может быть 1500, может быть 10, может быть. Но вот как бы реально 562 человека искали. 500 искали, а сколько обратились к вам? Мало. Теперь смотрите. Вот. Это реальный спрос. Смотрите, если оформление цветами, вы заходите, давайте зайдем обратно в Яндекс и наберем вот здесь вот оформление цветами. Оформление
Значит, а вот ваши конкуренты. Вот что увидели люди, когда они набрали оформление цветами. Они увидели Market Flow букеты от 199 рублей. Кстати говоря, он здесь один, обратите внимание. Они увидели флористика. То есть люди реально выбирали из вот этого. То есть, смотрите, вы реально понимаете, из чего ваш реальный будущий клиент выбирал в момент, вы можете это посмотреть, когда он искал вас. И если ваше предложение будет вот здесь, вот под вот этим директом, а вы это можете сделать буквально за день, два, три, если директ настраивается, ну, сели за один день настроили. То есть буквально завтра уже здесь может быть ваше предложение. Если вы сделали лендинг и по нажатию человек переходит туда, то... Но это все в ключевых словах. Это все в ключевых словах. Чем больше вы настроите ключевых слов на свой в директе, тем больше вы сделаете охват, тем больше людей увидит, тем больше людей нажмет, тем больше людей перейдет на ваш сайт. Тут еще важно, чтобы чем больше людей, тех, которые вам нужны, чтобы вы лишние деньги не платили, они, может быть, тоже цветы хотят заказать, но это не по той теме, которой вы работаете. Ну, правильно. И в этом смысле в директе вы настраиваете минус слова, то есть те слова, по которым люди вам не нужны. Но это уже. Но это как бы все в видео.